Доброе утро. Надо подлечиться. Иду за осиновой корой. Что-то как-то приболевший немного. Вот такая красота. Раб пошел пшеницы. Откуда он взялся? Ну, это старый, когда Янка сажал. Поле сильно подсохло. Дождей уже где-то 2,5 недели не было. Вот черемуха еще цветет. Вот подходим к осинкам. Сейчас будем выбирать, какое дерево. А, вот вижу уже. Мне здесь хватит. Опа. Вот осинка. Даже можно было там заходить. Ладно. Вот, как я срезаю, у меня вот такой вот ложкорез. Берем и кору снимаем. Вот так получилось. Сейчас еще нарежу. Этого достаточно для кружечки. Заварить. Идем обратно. Включаем чайник. Сейчас вскипит и будем заливать. А сейчас с этим временем я эти порежу кусочки на кусочки маленькие. Чайник вскипел. Наливаем. И пускай запаривается. Остынет, будем пить. Ну вот, остыло уже. Будем пить. Ну вот, столечко я налил. Кружку, да? Ну и пьем. Много не надо. Потому что она очень горькая. Это самое горькое, что я пробую. Ну как вообще из этих лекарственных трав, деревьев и так далее. Это самая горькая херня получается. Вылетает все. Все жуки, все пауки, все змеи. Ничего не остается в организме. Ну так каждых 2 часа буду пить. Поглоточку. О, собаки кости поели. Собаки играются. Короче говоря, подлечимся. Сейчас покажу тюльпанчики, какие у меня. Сегодня 7-е. Да. Наверное, 7-е число. Вот пару дней они простоят, не простоят, интересно. Это 9 мая. Чтобы у меня были тюльпаны. Тут тюльпаны. Нападает по пассажирам. И тут тюльпаны. Тут вот были сортовые. Они уже все обвалились. Остались желтенькие. Но это тоже вот сортовой. С такими пятнышками. И вот жду, когда будут голландские. Но я думаю, они будут фиолетовые. У нас сегодня такой ветер. Задувает. Ну и морозы обещают на неделе. Пару дней будет где-то под минус 5 даже. У меня ж тут все замерзнет. Бывает, бывает. Это каждый год такая ерунда. Картошку вот как в прошлом году рано посадил. Ну и что, пришлось пересаживать? Вот так. Ну вот сыпется уже вишня, черешня сыпется. Ну черешня хорошо отцвела. Ей повезло. Ну что, начинаем работать. Что-нибудь делать. Дрова надо заготовить. Холодно.
О, два друга встретились. Сейчас будут ругаться. Рычат друг на друга.